Настоящая люберецкая зима. Именно так называлась открытая матчевая встреча по легкой атлетике среди городов Подмосковья. В ней приняли участие порядка 300 юных спортсменов из различных уголков столичного региона. За выступлениями легкоатлетов наблюдала и наша съемочная группа. Проведение турнира по легкой атлетике в Татьянин день – давняя люберецкая традиция. Каждый год спортивная школа принимает у себя гостей со всего Подмосковья. Эта встреча стала юбилейной. Люберецкая зима прошла в 20-й раз. Заслуженный мастер спорта, четырехкратная чемпионка мира Татьяна Чебыкина приехала со своими воспитанниками из Жуковского. Она участвует в этих соревнованиях в качестве тренера уже 10-й год подряд. С этих соревнований начиналась карьера детей, которые сейчас находятся в сборной команде «Россия». Я первый раз вижу, чтобы было такое большое количество участников. Значит, пользуется спросом, значит, легкая атлетика, как говорится, не умирает. В соревнованиях принимали участие мальчики и девочки 2003 и 2004 годов рождения. Сборные команды сформированы из лучших легкоатлетов муниципальных образований. Среди испытаний – спринт с барьером, бег с различными дистанциями, прыжки в длину и высоту. В нашей школе культивируются в основном, конечно, технические виды спорта, легкой атлетики, потому что у нас манеж не такой большой, как бы хотелось, он нестандартный. Очень хорошо мы выступаем именно в технических видах спорта, как прыжок в длину, прыжок в высоту, толкание ядра и спринт с барьерами. В матчевой встрече предусмотрено 14 призовых мест. 7 мальчиков и 7 девочек, которые покажут наилучшие результаты, удостоятся медалей и почетных грамот. По традиции победителей турнира наградят также ценными подарками. Луиза Егазарян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.